Появляется наша новинка абсолютная, впервые в эфире. Если вы еще не видели, то обратите свое внимание. Посидите, посмотрите. 4990 рублей. Профессиональный комплект посуды. Притом красивейший до невозможности. 25590 номер лота. Здесь мы видим 8 предметов. И, конечно, у нас 3 кастрюли самого главного и основного диаметра. И прекрасный сотейник. И сейчас мы будем разбирать все абсолютно. У нас есть 2 цвета. Вы можете выбрать синий. Посмотрите, как красиво, да? А можете выбрать вот такой красный. Что вам больше нравится? Честно, глаза разбегаются. Невероятно красиво. Кстати, красного более 600, как только у нас появился вот этот комплект, было продано. Итак, 8000 экономии. Появляется новый цвет. И вот нового цвета еще не было ни разу. Фантастический цвет синий, хоть я сегодня по-прежнему по привычке на красном, но тем не менее. Итак, давайте красиво, знакомиться. Да. Литраж, какой мы с вами получаем и что с этим литражом вообще можно делать. Тебе как удобно? Начнем с большой кастрюли, я уже взяла. Итак, большая кастрюля 5,9, практически 6 литров. Идеальное качество, конечно, крышечка какая классная, да, все так эргономично, здорово. Разбираемся дальше, потом поговорим о качестве. Я прям вижу уже, чувствую вес, а мне всегда это нравится. Вес в посуде должен быть 3,5, тоже оптимально, да, хороший вес, 3,5. Ну и, конечно, вон там Коля на втором плане у нас я все рассматриваю, еще считаю. 2,5 тоже идеальный вариант для каш. Посмотрите, какое чудо. Вот если даже одну кастрюльку вы подарите, посмотрите, вот если вам подарят, вам будет приятно? Конечно, невероятно будет приятно будет, конечно. И это действительно та кастрюля, которую вы будете ценить. И, кстати, вот с этой кастрюли не надо пылинки смахивать. Очень прочные. И вот ковш, который 1,8. Достаточно хороший миллилитраж, чуть больше среднего. И все это, конечно, вот с такими классными крышками, прочными, посмотрите, с остальными ободками. В общем, давай рассказывай. Прежде всего, почему они имеют такой вот вес? Что это за дно такое? Это нержавеющая сталь, и тут я должен отметить, да, что вообще все профессиональные повара, конечно же, пользуются нержавеющей сталью. Чем она хороша? Ну, в первую очередь, она плотная, она высококачественная, во-вторых, она не подвержена коррозии, имеет длительный эксплуатационный срок, то есть более 20 лет. Жаропрочность этого изделия, конечно, помогут выдержать любые температуры, и даже к высоким температурам, я сейчас говорю про духовку, она также прекрасно живет и воздействует. Мы можем запекать. И, конечно, экологичность, эстетичность и привлекательный внешний вид, это безусловно. И вот сейчас я вижу, что ты жаришь в нержавеющей стали. Как вообще такое может быть? Почему она не пригорает? Смотри, многие хозяйки вообще, я опять-таки же не рекомендую жарить в кастрюле, это лишь по моей инициативе, потому что настолько я уверен в них. Но многие хозяйки хотят, ну что, обжарить что-то, да, морковку, там, я не знаю, пассеровочку для супа, дальше уже в ней готовить. Естественно, кто-то берет сковороду и все это начинает. Не нужно для этого делать. Здесь мы все с вами можем делать одновременно. Это профессиональная, я считаю, посуда. Посуда класса, посуда премиум уровня. Потому что здесь у нас используется зеркальная полировка. Давайте заглянем вовнутрь. Наталья может даже увидеть свое прекрасное отражение. И насладиться, этой зеркальной полировкой. Мало кто может себе позволить из производителей сделать такое. Это раз. Во-вторых, помимо всего прочего, что мы говорим с вами про такую зеркальную полировку, мы говорим с вами про мерную шкалу, которая внутри у нас находится. Давайте посмотрим. Я объясню, для чего она нужна. На классическом примере. Приходишь ты к мужу и говоришь: 3 литра воды. А он тебе говорит: а как я узнаю, что такое 3 литра воды? В чем я буду измерять? Как? А ты говоришь: посмотри, загляни туда. Если мне надо 1,5 литра воды. Прямо сейчас вот историю мою рассказал. 1,5 литра что воды. 3 литра воды, да? 1,5 литра Абсолютно точно поможет вам мерная шкала. Если замешиваете тесто в такой кастрюле, точно поможет соблюсти правильную граммовку. Мы говорим с вами о нюансах, о тонкости, которая придумана и разработана. На деталях держится жизнь. Абсолютно верно. И эти детали уже видны, эти замечательные ручки. Да.
про ручки. Давайте поговорим, потому что ручки тоже необычные. Обычно ручки приварены. Ручки приварены, а здесь они приштампованы клепками специальными, которые не передают жар непосредственно от кастрюли у нас жарится, а сам жар не уходит в эти ручки. Поэтому, если вы сейчас обратите внимание, я берусь и держусь за эти ручки. Пожалуйста. Действительно, они холодные, но я смотрю, у тебя и плита другая. Да, абсолютно верно, потому что где магнит? Магнит у меня, у тебя. Нищий. У меня все есть. Давайте проверять. Итак, у нас здесь виден, что это такое? Мы здесь читаем с вами наглядный паспорт изделия, конечно, потому что это необходимо. Паспорт изделия, и к паспорту у нас прилипает магнит. Здорово. Итак, посмотрите, пожалуйста, у нас для индукционных плит, конечно же, для всех абсолютно. И ты притащил коробку. Представляешь, мое имя второе, Тоскун. Давайте с вами посмотрим. Конечно, вот в таком замечательном наборе приедет, вернее, в коробке весь замечательный набор. Я должен повториться, что у нас идет ковш с вами, с крышкой. Он у нас 16 сантиметров диаметром и 1,8 литра. У нас идет кастрюля с крышкой большая. На 20 сантиметров, на 2,5 литра. Дальше у нас на 3,5 есть кастрюля, и там у нас тоже сантиметр... На 3,5 литра. И кастрюля на 5,9 литров, самая большая. Диаметр у нее достигает 24 сантиметра. Я не просто так это сказал, потому что если у вас есть такая крышка, вы эту крышку можете смело применить к этому набору. Но у нас все есть, извините, здесь. А вот если у вас есть кастрюля без крышек или может быть, крышка разбилась, то как раз самое время приобрести и нашу крышку, которая стоит 690 рублей. А вот давай сейчас затронем этот вопрос. Крышка. Так, крышка здесь присутствует. И у нее есть обрамление, металлическое обрамление, которое сделано тоже из нержавеющей стали. И значит, что она тоже будет плотно прилегать к вашей кастрюле. И, естественно, здесь используется жаропрочное стекло, которое тоже хорошо и долго служит вам, верой и правдой. Помимо всего прочего, мы с вами говорим еще, естественно, о том, что на этой крышке присутствует вот такая вот ручка. Она тоже не нагревается. И это очень здорово. И еще, вот посмотри, пока у нас прекрасный крупный план, я должен показать вот эти вот ковшики, которые имеют вот такие вот полые ручки. Вот так вот мы там видим, видно. Мы видим. Вот. Полые ручки. Это значит о том, что, во-первых, вы не переплатите за доставку, когда к вам придет ковшик. Во-вторых, естественно, эта ручка будет меньше вообще не нагреваться. То есть, если бы она была полная металлом, да, она бы нагревалась. А здесь она вообще не будет нагреваться, потому что она полая. Здесь мы имеем выемку под большой пальчик. Я хочу напомнить, что у нас синий цвет впервые появляется в эфире. Вот красный был, и был продан более 600 комплектов. Представляете, было распродано. Сегодня такой комплект стоит 4990 рублей, и здесь 8 предметов. Конечно же, ковшик и 3 кастрюли. Все это с крышками. Невероятное качество, невероятный сам материал. Это нержавеющая сталь, и, конечно, вы видите профессиональное качество. И сегодня по самой низкой цене, 4990 рублей, мы можем сравнить цены. Вы можете также зайти в интернет и посмотреть, сколько стоит обычный комплект посуды. Один в один. Вот он наш. Посмотрите, как красиво смотрится. Мне очень нравится. Стоит 6700 практически. А у нас 4990. А вот, посмотрите, 7700. Красивый синий цвет. У нас он тоже есть. А здесь он стоит дороже. А у нас такая же цена. 4990 рублей. И, конечно, у всех возникает вопрос. Вот эта вот синяя и красная полоска. С чего это сделано и насколько долго? Слушай, это сделано из нержавеющей стали, мы сегодня поговорили про свойства, но мы не поговорили еще про очень важное. Я прошу прощения, об этом я упустил, конечно, в первую очередь сказать, но для меня это настолько естественно. А те, кто еще не знаком с этим свойством, прямо сейчас познакомлю. Давайте посмотрим, и камера опустится чуть ниже, мы с вами посмотрим вот на это дно. Вот оно, то самое уникальное терморегулирующее, аккумулирующее дно. Посмотрите, какое толстое дно там у нас есть. Толстое, понимаете?
понимаешь, самое главное дно. Я поняла, конечно. Там три слоя. В первом слое у нас алюминиевая крошка. Дальше у нас высококачественная нержавеющая сталь. И потом еще у нас опять у нас идет алюминиевая крошка. То есть в совокупности, в перемешку, все эти три металла как раз-таки и дают нам возможность с вами долго разогревать. Вот она, та самая графика в разрезе, видно то самое дно. И мы с вами видим, конечно же, и уникальный результат. Результат заключается в том, что закинули мясо, забыли об этом, а она еще готовит за тебя. А она поджарилась, представляете? То есть в этой кастрюле можно жарить, в этой кастрюле можно тушить и ставить в духовку. Ну и, конечно, вот наши повара все говорят в один голос. Вот с этой кастрюли вообще с нержавеющей сталью ничего не случится. Нам не нужны никакие ложечки, деревянные лопаточки, силиконовые, еще что-то. Нет, конечно, это очень приятно. Но в данном случае, если у вас семья из 10 человек, грубо говоря, и каждый подходит и что ковырнет вилка, да, то от напыления, от этого покрытия антипригарного может ничего не остаться. Здесь хоть... Вот дай мне вилку. Дай мне вилку. Звучит, у меня дочка так говорит. Так, держи. Вот, я сейчас могу сколько угодно это делать. Вы так делаете? Не могу я так сколько угодно. Давай. Ну вот так. Ну, это очень противный просто звук. Да, но вы можете делать, или ваш муж может это делать смело. И поверьте, такая посуда вы все равно передадите по наследству. Сколько бы ни ковыряй вилку эту нержавеющую сталь. Потому что это высокопрофессиональная посуда. И это необычная нержавеющая сталь. Это необычная нержавеющая сталь. Но, ты знаешь, я хочу все-таки еще поговорить про очень интересный момент, который мне здесь нравится. Я, в первую очередь, то, что мы сейчас здесь готовим, ты у меня будешь это есть. Я хотел бы поговорить вот про что. Про единый дизайн, про единый стиль. Мы сейчас вот смотрим вот на эту замечательную ручку, которая, посмотри, какая уникальная. Мы сразу с вами заглядываем, мы видим мерную шкалу. Но это говорит о качестве и о профессионализме. Я, с вашего позволения, вот так вот чуть-чуть вот подвину. И хочу посмотреть, обратить внимание, конечно, на все свое поле действия, на всю свою плиту. Ты вот на эстетику хочешь? Нет, я вот сейчас убираю, смотри, крышку, ставлю сюда ковшик. И посмотри, пожалуйста, я одновременно готовлю на всей плите 4 блюда, и неважно, как кто у меня где стоит. Я могу ковшик, мы представим, что здесь стена. Ручку я разверну в эту сторону. Больше у меня ручек нету, они все помещаются. Все очень продумано, эргономично и продумано. Но еще самый внимательный зритель должен увидеть, что у меня здесь не просто плита, а у меня индукционная плита. Посмотрите, она еще занимает больше места и пространства. Индукция. И все эти 4 предмета помещаются на одной плите. Нержавеющая сталь, терморегулирующее, аккумулирующее дно. Здесь у нас есть мерная шкала профессиональная. Ручки не нагреваются. Каждой кастрюле у нас есть своя крышка, это большой, огромный плюс. И цена сегодня всего этого стоит 4990 рублей. Вот посмотрите, на самом деле, вот такая кастрюля, ну, допустим, вот возьмем любую кастрюлю, вы идете в магазин, такая кастрюля меньше 3000 не будет стоить. И, кстати, не факт, что будет еще и крышка. У вас сегодня такая невероятная возможность. 4990 рублей, 3 кастрюли, 1 сотейник и все это с крышкой. И, кстати, самая выгодная цена, потому что, конечно же, такие комплекты стоят по 11, 12, 13 тысяч рублей. Сегодня вы экономите на нашем телеканале. Прямо сейчас 8 тысяч рублей. И, кстати, берите вместе с дисконтом, и вот у вас полный красивый набор. Вы можете взять красный комплект, красную сковородку и вот, ну, красота, да? Да, какая? Красота. Итак, давайте сейчас передадим Кате наше Дмитрию слово, потому что у нее что-то классное такое зимнее, да? Да, уже по сезону совсем, Наташ. И, кстати, Коль, тебе тоже предлагаю посмотреть. Смотри, какие ботинки для мужчин. 3290, представляешь, натуральная кожа, натуральный мех. И для девчонок 2590, натуральная кожа и натуральный мех. Так что буквально через 15 минут жду вас в рубрике «Обувь». Будем утепляться и будем невероятно красивыми этой осенью и зимой. А ведь мы придем со своими кастрюлями, абсолютно, да? Верно. Придем и начнем там готовить вместе со сковородками. Итак, друзья мои, невероятное предложение. Вы сегодня... Вот ты, Коль, как ты прав. У меня действительно есть сковорода, есть кастрюль, но все это есть. Все это разношерстное. Конечно, вместе смотрится некрасиво. И, честно говоря, мне приходится что-то снимать. Я не могу готовить. У меня такая же плита, панель варочная. Не могу готовить что все вместе. 4 блюда на одной плите. Не умещается. А здесь идеальный вариант. Посмотрите. У нас 3 кастрюли и 1 сотейник. И все это с крышками. И давайте еще раз посмотрим, какую красоту мы сегодня...
сегодня приготовили. И это, кстати, без помощи сковороды. Вот эту вот красоту я сюда отправляю. Вот, это все скользит. Вот так вот немного сюда. Но здесь я дам тебе и вилочку. Здесь мы отправим сюда и курочку. Ну, посмотрите, вот эту вот вкуснотищу можно готовить самостоятельно. И это все приготовлено с помощью нашего набора. Итак, давайте... Главное мне все это не уронить. Давайте я еще поговорю о самом важном, о самом интересном. Спасибо тебе. На здоровье. Тут и чеснок, и тыква, и терияки. Тыква здесь есть. Ну, хоть бы рассказал, как делаешь, да? Поделись рецептом. Пассировка и овощи. Тут то, чего должно присутствовать в любой, знаете, рационе, в любом рационе. Итак. Мы с вами говорим про объемный ряд. Давайте с самого начала еще раз, потому что объемы – это важно. А для тех, кто только включился, объемы должен знать, для чего использовать такие объемы. Ты называешь объем, а я говорю, для чего. Итак, 5,8, большая кастрюля. 5,9, 6 литров практически. Компоты – раз. Заготовки салатов, оливье – два. Крабовые салаты, перчики фаршированные. Винегретики. Три. Винегретики – 4. Тефтельки с рисом. Все это большое. Студень, пожалуйста. Маринованные малосольные огурчики, черемша. Все это будет 5,9. Причем в этой стали вы будете прекрасно хранить в холодильнике. Борщ, классика, харчо, борщ. Конечно. Я не... Итак, 3,5. 5 прекрасно подойдет для тех, кто готовит не на большую семью супы. Также подойдет прекрасно для того, чтобы отварить самые простые классические блюда, ну, гарниры. Гречка. Оливьешка. Не, оливьешка, да. Но можно сразу отварить морковку, свеколку. Все а это... вот сейчас сразу вопрос. Морковка, свеколка всегда пачек в кастрюле. И у нас специально есть кастрюля, у каждого она одинаковая. Выглядит она примерно вот таким образом, чтобы не жалко было испачкать. Да? Не жалко. Такую вообще не надо в руки брать. Такую не... Хорошо, не буду в руки брать. А это, она же испачкается. Она не испачкается. Почему? Во-первых, за ней легко ухаживать. Сделана она из нержавеющей стали. И про уход мы сейчас обязательно поговорим. Но давай все-таки объемный ряд. Дальше, продолжим. Объемный. Итак, 2,5. Вот она, прекрасная кастрюля. 2,5 прекрасно быстро подойдет для холостяков отварить пельмешки. Запекайте, отваривайте овощи, макарошки отварите, гречневую кашу, рис. Все это можно быстро сделать. Супер. Крем-суп пробландерите, если у вас погружной блендер есть. В металлическом держащем стали. Можно? Можно, нужно. Пожалуйста. Ну и, конечно, ковш. 1,8. У меня дочка обожает в ковшике готовить, поэтому... Даешь? Да, ковшик? У меня она уже... Ковшик, во-первых, безопасный, во-вторых, у меня дочка только и начинала с него, потому что за ручку дочь можно держаться. Там вообще как бы вопросов нету. Ковшик, ну понятно, каша и самые простые быстрые блюда, даже яйца отварить вы сможете. И все это я хочу подметить с крышками. Каждый предмет у нас крышка. Крышка у нас из термостойкого стекла с пароотводом. Здесь у нас на каждой крышке есть своя ручка. Вот она, видишь, не нагревается. И, конечно, здесь... Чего мой микрофон, скажи, не нагревается. Вот, здесь мы говорим с вами про идеальное сочетание и технологий, и дизайна, и, конечно же, правильного сочетания объемного ряда, который помещается на всей плите. У нас осталось несколько минут нашего прямого эфира. Заканчивается второй прямой эфир. Если вам нравится такую посуду, берите прямо сейчас, не сомневайтесь. Синий цвет новый. Вам нравится, вы берете и синий, и красный цвет. Продано более 50 за нашу презентацию. Ну и, конечно, берите флип сковороду. Это сегодняшний дисконт дня, который стоит чуть больше 1000 рублей. И вот идеальный комплект. К синему берите, может быть, серебряный, да, вот карбон. А красному сковороду можно красную. А красному, конечно же, красное или розовое золото. 4990 рублей. Шикарный подарок или подарки. Вы просто можете взять потом раздарить все кастрюльки. Ну и себе, поверьте, вы захотите оставить. Ну и, конечно, берите вот такой в подарок обязательно сковороду. И где наша крышка замечательная, которая должна обязательно идти в комплекте. И стоит она сегодня 690 рублей на 3 размера. Ну и, конечно, этот неубиваемый комплект посуды, который вы точно передадите по наследству. Долговечный ковш 16 сантиметров диаметром, классный, уникальный, полая ручка, напоминаю, как легкая. Легко. Посудомоечная машина, раз, абразивные средства просто не используйте, мойте в теплой хорошей воде своими любимыми моющими средствами. Просто бережно и аккуратно. Дайте естественные высушки этому набору.
И помните, что вот такой набор не подвержен коррозии. Коррозии не подвержен, цвет никуда не денется. Любая вот такой плита. Комплект, любая плита, индукционная в том числе, и стоит сегодня это 4990 рублей. Вы экономите 8000 рублей. Номер лота 25590. И как сделать заказ? Вы сейчас открыли свою корзину, позвонив по телефону, и захотели взять, например, комплект посуды, плюс не обязательно нужна сковородка, а, конечно же, к ней еще должна быть и крышка. Конечно. И посмотрите, как это красиво смотрится. Все это вместе в Новый год с новой посуды абсолютно обновите свою кухню, и поверьте, вам будет вкусно, интересно готовить. И, конечно, это намного полезнее, чем то, в чем вы раньше готовили.